состоялась встреча воспитанников детского дома «Шанрах» с матерями, отбывающими наказание в учреждении номер 79 областного департамента уголовно-исполнительной системы. На встрече женщины раздали подарки детям. Подробнее в сюжете. Я свой, мама. Эту женщину зовут Самал Шалабаева. В настоящее время осужденная отбывает наказание в учреждении номер 79. Она мать трех несовершеннолетних мальчиков и одной девочки, которые очень скучают по маме. Самал поблагодарила сотрудников и руководителей учреждения, создавших условия для проведения подобных мероприятий. У меня 4 ребенка. Эта дочь осталась без меня, когда ей было 11 месяцев. Сейчас ей исполняется 4 года. Спасибо, что организовали такую встречу. Моя цель, чтобы этих детей вновь мне вернули. Выражаю благодарность руководству детского дома «Шанрах» и руководству этого учреждения. Такие встречи организуются только раз в год. Кроме того, матери поддерживают связь с детьми через социальные сети с приложением Skype. По словам сотрудников учреждения, главная цель – установить хорошую связь осужденных граждан с социальной средой и повысить их стремление к свободе. Сегодняшнее мероприятие – это помощь встретиться с женщинам, с детьми, которые воспитываются в детском доме «Шанрах», расположенном в городе Атырау. Повышение адаптации жизни на свободе, установление связи с социальной средой. Мы выражаем благодарность руководителю детского дома «Шанрах» за эту встречу. В настоящее время учреждение номер 79 отбывают наказание около 200 граждан. Из них 80% – женщины, у которых есть дети. Эта встреча не оставила равнодушным женские сердца, которые, несмотря на жизненные обстоятельства, остаются материнскими. Нуржол Жақсылық, Жанарғали Асбек, Алихан Таңатов, телеканал «Атырау».